Всем доброго времени суток, с вами Виктор Князев. И сейчас мы познакомимся с программой MotoRent и научимся ее устанавливать на свой компьютер. Эта программа предназначена для скачивания больших объемов файлов, музыка, видео, игры и так далее из интернета. И она очень удобна и пользуется заслуженной популярностью. Поэтому иметь ее на своем компьютере, я думаю, это обязательное условие. Итак, копируем из статьи строчку, вставляем ее сюда, в браузер. Перед нами открывается вот такая страница, официальная страница MotoRent. Здесь мы скроллим ниже и находим вот эту стабильную версию MotoRent. Загружаем ее сейчас себе. Здесь у нас появляется файл в загрузке, сохраняем его на компьютер. И файлик маленький, и, собственно, сразу начинаем установку. То есть вот он у нас в загрузках появился, этот файлик MotoRent. Мы дважды щелкаем по нему, запускаем установку. Программа установки, в принципе, довольно проста, но есть ряд моментов, которые есть смысл обратить внимание во время установки. Значит, здесь мы ничего не трогаем. Здесь нас предупреждают о том, что мы скачиваем именно официальную версию. Здесь у нас соглашение мы принимаем. Здесь, в принципе, в меню пуск, в меню быстрого запуска мне не нужно, она на рабочем столе пусть будет, и в меню пуск тоже. Из автозагрузки я ее удаляю и запускать буду сам по мере необходимости. Нажимаем «Далее». Здесь нам предлагают релиз скачать, рекламный нам не нужен, двигаемся далее. И здесь выбираем какой-то либо один из пунктов, потому как что-то нужно выбрать. Значит, вот я выберу быстрые настройки Яндекса установить. Двигаемся далее. И сейчас начнется сама установка программы непосредственно на наш компьютер. Вот, собственно, программа сама установлена. Она имеет вот такой интерфейс. И теперь вы сможете скачивать большие файлы с помощью торрентов, которых в интернете, просто огромное множество. И найдете себе всегда нужную программу и с удобством, и правильно сможете ее скачать себе на компьютер. Для тех, кто интересуется своим компьютером более детально, я предлагаю свой видеокурс «Компьютерным чайником нет». Ссылочка здесь, в этом окне справа и внизу под этим видео. Переходите, смотрите и изучайте свой компьютер. С вами был Виктор Князев, и до новых встреч!